Всем привет! Снимаем распаковку упаковки медицинских масок М95. Так, маска Медична Захисна Тришарова. Здесь у нас вот такой коробок довольно-таки большой, затянутый пленочкой. Что написано? Изготовлена в августе этого года, 2020, и срок годности 5 лет с даты изготовления. Надеюсь, 5 лет у нас этот кошмар не продлится. И они нам не понадобятся. Изготовитель. Киев. AB Farm. Вот здесь ДСТУ. Там технические условия написаны. Что тут есть еще? Гипоаллергенные, нетоксичные, эластичные ушки. Свободное дыхание. Электретный фильтр. Я не знаю, что такое. Фильтрация. Это якисная. Биораскладные материалы. Даже так. Биораскладные. Нестерильно одноразового выкористання. Что еще? Ну, вот написано. Хранить от минус 5 до плюс 35. Влажность не выше 80%. И не на прямых солнечных лучах. Защищает от вирусов, бактерий, аэрозолей, пыли и так далее. Спанбонд Мельтблаун. 100 штук. Ну что, открываем упаковочку. Что у нас обнаружилось внутри? 10 вот таких упаковочек по 10 штук. Итого 100 штук. Написано. Здесь то же самое, что и на коробочке. Вот. Абифарм. Місто Київ. Кількість в упаковці 10 штук. Запечатано вот в пакетик. Так, одну я вскрила упаковочку. И вот такая маска. Беленькая. Здесь есть логотип Абифарм. Здесь написано М95. Размер у них средний. На сайте написано М. 17,5, по-моему, на 9,5, что ли. Не помню. Так. Обратная сторона. Вот. Ушки. Ну, ушки. Ушки вот такие. Так, сейчас я попробую вот так растянуть. Ну, вот тяну довольно-таки сильно. Не рвется. Ну, будем надеяться, что надежные маски. Не такие, что только надел их, и на ушах остались завязки. Так, сейчас, секунду. Ну, вот я попробовала ее надеть. Здесь есть фиксатор для носа. Хорошо держит, кстати, так облегает нос. Маска довольно-таки приличного качества, я считаю. Дышится в ней нормально. Посторонних запахов нет. Вот она хорошо облегает рот, нос. Вот так вот растягиваются эти три полосочки. Ну, в общем, надеюсь, что прослужат нам маски. Довольно-таки надежно. Будем пользоваться. Что делать? Приобретайте. Вот такая коробка. Всем спасибо за внимание.